И мы уже подходим к храму Китано-Тен-Мангу. Правильно, надеюсь, я сказала. Мы прям вообще вот около него прям живем. Мы живем прям вот буквально вот только что вот вышли и уже дошли. Очень здорово вообще. Кажется, там служба какая-то проходит сейчас, ребят. Я слышу, как молится кто-то. Вот так вот. Совсем не жутко. Вчера вот мы были в Наре, и там тоже был храм буддийский. И вот там тоже было какое-то служение вечернее, и было, честно говоря, как-то жутковато. А здесь не жутко. Можно помолиться тоже. Позвенеть, призвав, так сказать, внимание божеств, обратив на себя внимание. Кинуть монетку, помолиться. Здесь вот руки омывают, все как обычно. Здесь вот пишут пожелания на табличках деревянных. Такой небольшой храм. Атмосферный. Храмовая территория большая непосредственно. Но сам храм небольшой. Но красивый.